Очень такая классическая анекдотная ситуация. Возвращается муж из командировки, звонит дверь, жена с любовником. Они подскочили, бегают, испугались, паника. Он вспотел, заикал, страшно ему. Она его подзывает, любовника: сюда иди. Ну хватит, успокойся, что это тело, за ноги затряслись. Телевизор весь стоит на тумбочке, за него спрячься. А потом, потом разберемся, быстро. И то в трусах и майке из-за телевизора спрятался. Ну, муж пришел, ему ничего не надо, он включил футбол, болел, кричал: ура, куда бьешь, дурак. Ну, и вдруг тишина гробовая. Жена делала кофе ему. Ну ничего, минут 15 ничего не слышно. Она проходит в комнату, муж сидит, смотрит куда-то в угол. Весь бледный. Седина вот тут у нее. Глаза вот такие попит. Она говорит: Сеня, что случилось? Он поворачивается и говорит: Зиль, ты не поверишь. Только что Павлюченко с поля удалили, он через нашу квартиру вышел.